Там нарисован какой-то корявый чувак, у которого вылезает какая-то корявая хуйня из руки, блядь. Я даже не могу понять, что у него вылезает из руки. Вообще, что у него с рукой. Это... Понимаю, что это какой-то крюк, но, ну, по идее, как гоник команды какой-то, наверное, он слышно. Блядь. Ну ты посмотри. Я вижу. Ой, блядь, тут еще режимов я ебать не хотел. Мне стори надо пройти. Стори. Но я же говорю, гоник команда какой-то. Если стори быстро пройдешь, может потом стримерс мод. Что в стримерс моде? Другой персонаж. Другим управлением. Блять, пиздёшь, пиздёшь, снова пиздёшь. Прыгать он не умеет, естественно, да. Вообще кнопка Б не нужна, что ли? Нет. Бля, как скроллинга нет. Подвисло что-то. И у меня, ну, дропов нет, я не знаю. Ну, смотри, что тут с жизнями? Помните, чекпоинты есть, жизнь не бесконечна. Блять, я люблю. Короче, дрочильня такая. Я уже понял. В общем, пока все, что ты видишь, это вот это вот. Деньги нужны вообще, кроме как для очков, или, блядь? Не помню. Это вроде что-то собирательного, типа, если соберешь все, молодец. Эндинг есть какой-то, что ли? Не уверен. Бля, смотри, куда мне пришлось вернуться из этой торбы вонючей. Пиздец, просто. Лучше бы я погиб и не брал этот мешок больше никогда. Нет. Так погибай. Уже поздно. Погибнуть. Клоуны? Там что-то было. Так, тут как-то дохуёво. Тут вертика нет. Не уверен. Ну вроде горизонтального скроллинга нету. Тут ни за какого скроллинга нет. Не, горизонтальный как раз есть, вертикального нет. Есть. Сука, шо, что такое, блядь?
Нравится, как он падает, как мешок с говном. Ну такое. Сука. Оно того не стоит, блядь, займись чем-то другим. Я так и думаю, что... Блядь, ну там денежка лежит. Залезть туда, мне кажется, не так-то трудно. Мне кажется, сложнее вылезти. Блядь. Вылезти не особо чтоб трудно там. Мне кажется, там просто нужно упасть. Хорошо, не нужно влево вправо таким крюком. Уверен. Может быть. Бля, вот там внизу очень узкая хуйня. Мне кажется, там без крюка, бля, не получится. Я нашел 15 баксов. Оно того стоило? Нет. Естественно, что нет. Что, выбраться надо? Ну вот хули оно так высоко подпрыгнуло? Так не для его взять. Нихуя и вылезти не просто, блядь. Еще могу на стене, блядь, застрять. Ну, постепенно нажимая момент, чтоб подлетел, успел на определенную высоту опуститься, снова подпрыгнуть, типа. Я понял, ну я не знаю. Место. Как это место пройти? Это такой пиксель торкать надо. Блядь. Все понятно. Не, все-таки этот секрет был очень полезен. Я немножко научился играть. С механикой сросся. Чуть-чуть. Надеюсь, хотя бы. Я бы не сказал, что мне игра нравится. Она мне выглядит, будто, не знаю, на какого-то там 85-го года. Ну, 86-го края. Очень, ну такая уже она, блядь, какая, так это дешево выглядит. Зачем ты за правую стенку?
смысле? Это очень странно. Главное, что работает. Да. Если это тупо наработает, значит не тупо, да? Анимацию какую-то нарисовали, как я тортом дебло получаю. Начинается, бля. Давай, чем дальше в лес, тем больше красных стен. Да, это ж приседать нельзя. Я не знаю. Ух ты, бля. Ай, блин, я уже даже почти вылез. Не знаю, сколько там у тебя задержка. Но я куда-то выйду. Ты мне пока два шарика пытаешься перепрыгнуть. Пиздец, задержка. Ёпта, мой, так стало. Куда мне отсюда деться? Никуда. Я не понятно. Вот оттуда можно выпрыгнуть. С третьей ступеньки. Держка. Пытаюсь обратно на кибер. Да, ну шо, вот не могу понять, на что она мне напоминает. Ну понятно, переговоры на бионик команду похоже. Вот графика, блядь, ну что? Какой-то маппи, что ли? Не знаю. Ну, какую-то примитивную игру из стартовой. Вот я собираю эти, там, пытаюсь собрать какие-то денежки. Нужно подумать, я их все соберу. Я либо дропну какие-то, либо не найду просто. Возможно. Иначе возможно. Так и будет. Уверен, что есть неочевидное. Да, блядь. Что электрическая стена ничего бьет меня, что ли? Да вроде не помню. Давно я проходил. Ты проходил эту игру? Проходил вообще.
Я не помню, то ли почти проходил. То ли проходил. Как тут уровни? Я не знаю, мне тут трудно вообще разделять это все на уровни. Ну вот, это типа третий там все. Не помню, не хочу обманывать. Блять, по стенке надо было лезть. Я думал, в эти двери надо зайти. Вот вон. Я вообще не думал бы, что это двери. Я на память еще хочешь будет. А! Бля, этот клоун. Сука, перестаньте играть в скейтборд, заебали, блядь. А не, они там что-то, ну, какие-то, ну, что-то там допилят, и эти, и типа это тестеры сразу налетают. Да. Игра на 15 минут. Для 15 минут для кого? Для спидранеров? Я не говорил на 15, я про другую говорил на 15. Не про эту. Вот. Что-то типа возможности полегать. Над головой какая-то поебень. А-а-а, говно вонючее ебаное. Резкий, блядь. Резкий. Не говори, блядь. Бля, ну что же на мне похоже? Вспомню или нет, блядь? По графике, блядь. Что-то, блядь, что-то очень примитивное. Что-то в этом уровне денег я вообще не брал, блядь. Вообще ни одних не видел, по-моему. Там наверху, возможно, были. Это не точно. Там, где типа крыша. Туда можно было забраться. Блять, какой-то задрот уже, блять, пиздец.
А понятно, что это одноразовая хуета, блин. Непонятно как, блядь. Там стенка сверху есть. Возле денег. Ой, бля. Ты бы мог не испортить спину. Но это не точно. Там может деньги быть. Да вот я про это и подумал, что наверное деньги. А так и есть. Ну, те, которые я вижу, я постараюсь брать. Ко мне не стошли. Половину ты не тоже прошел. Да, лучше прыгать вниз, наверное, всё-то. И уже оттуда попробовать вылезти. В принципе, я этот чекпоинт мог смело брать. Ну как мне до этого компьютера добраться? Вроде никак, это просто. Да. Типа комната, в которой они диалог идут, чтобы ты типа мог их услышать. Ну, допустим. Что это? Серёга, да? На? Чё если ты ложку взял? Нет, чуть пёрлёшь. Что это за 80? А, это смертей. Тут, возможно, ты турбокнопкой пользуешься? Нет, зачем? Может, чтобы по стенке быстрее забираться или по потолкам? Не факт, конечно, но, возможно, оно будет удобнее. Это надо еще как-то, наверное, настраивать. Частоту. Ай! Значит, я еще пока не молодец. Пока я еще хуй. Понятно, что там денежка будет. Мне кажется, можно центр забрать. Мне кажется. Не получается. А че ты туда полез? Мне кажется, туда надо. Ну просто тупо падать вниз, как-то, блин, не знаю, не в моих правилах.
Нихуя себе. Ебать, там, сука, экрану. Я тебе отвечаю, там что-то на той стене есть. Есть ключи, но, может, деньги там где-то дальше будут. Ну, блядь, клоуны ж так серы. Ну, то они клоуны, чтоб срать на потеху публики. Бля, нихуя тут нет. О, есть. Такие есть. Что это, мотёлка какая-то лежит? Или мотоцикл? Что это такое? Я сначала думал мотоцикл, но это скорее мужик вот этот вот упал. Да. Пиздец. Скрутил он мужичку. Сколько гимонтя? Это уже ближе к концу. Тут я вроде уже не был. Или где-то здесь я сдох. Ну как сдох? Дропнул. Типа того, когда я играю не на стриме, я часто люблю дропать игры. А, значит стримы тебе на пользу идут. Мотивация есть. А так мотивации нет, я как Лёха. Через 2 часа вырубали. Хотя мне тоже такое бывало иногда. Причём я мог дропнуть игры даже на последнем боссе. Там, смело себе. То есть дохожу до последнего босса, на нем умираю, меня откидывают там в уровень. А пизду. Ну так я гайденов до последнего босса доходил, и всё. Но не проходил второго, третьего. Конечно, не так уж сурово, как в Гайдене там далеко. Ну все равно. Просто впадло. На стриме я себе такого не позволяю. Я как, рейдж-кьюиты бывают, конечно. Блин. Я вне стрима скорее позволю не рейдж-кьюиты, а какие-то сейвы. Уже. Морально тебя удовлетворить. Типа вот босс, охранюсь перед боссом, замочу его. Я буду морально доволен. Я вне стрима на NES не играю. Только разве что когда игру тренирую. Тренировал когда. Не, я часто перед босс рашем вот таким образом прохожу. А, ну. А потом, когда прохожу, уже думаю, что добавить. Ну, по пути прохождения откидываю сейвы, как у нас в Кадье, допустим, было. Или с чем там. Ну что ты клешня так долго летит? Да что турбо? Турбо вообще так не... Ну, надо какую-то медленную турбо делать. Максимальной скоростью он вообще ничего не делает. Вернусь. Так, нервотрепное место.
Неужели там ничего нет? Не успокоюсь, пока не проверю 50 раз. Мне кажется, что там все-таки что-то есть. Да блин, ну собака. Много экранов пропустил? Нет, ни одного. Одного, один, наверное. Я тут пытаюсь опять залезть, блин, туда-куда. Не стоит лезть. Где? Пусть будет. Да, мне сейчас будет. Ну как, не закрыть свой. Ну блин, ну сука! Пиздец. Либо я за стенку цепляюсь, либо, блин, не достаю. Все, одно из двух. Ну что это за дерьмо? Ты хочешь вправо? Да. Пиздец, ну ты посмотри. Какого-то быстрее, чем лишняя успевает выстрелить. Ну... Ты думаешь, можешь снизу перепрыгивать эти огни? Да, ну ладно. Давай попробуем. Попробуй хотя бы. Давай попробуем твои механики. Может оно так и дольше, но... Но надежно. Блять, там нихуя не будет, отвечаю. Что я говорю, что нихуя нет. Может там наверху что-то есть как раз, куда ты хотел. Может. А что тут? Я же вижу этот экран весь. Весь? Да. Тогда ничего там. Да ебали, да. Обычно. Блять, 150 раз сдох, чтобы, блядь, узнать, что там ничего нет. Че, мне выходить сюда? Возможно, а там внизу что-то есть. Ну, есть. Дальше идти. Ну там внизу, смотри, там комната тупик. Внизу тупик? Да, комната тупиковая. И там деньги лежат. Блять, там чекпоинт просто дали. Ну сейчас посмотрим. Блядь, я не демисейвился. Тупиковая комната. Не, он именно говорит, B16 это не то. Да, тупик. Интересно, чекпоинт лучше... Все, все правильно. Но, опять какой-то Гитлер, блядь. Китайский Гитлер. Китайский Гитлер. Мастер Y, блядь. Это девушка? Хули у него усы, блядь. Это девушка с усами Гитлера. По-моему, это какой-то сунь-хунь-мунь, блядь. Тут, блядь, все взрывается к хуям, а мы тортами побросаемся. Вроде еще где-то два уровня у тебя. Хоть не точно.
Ага. Что там у тебя, блядь, за... забибикало, блядь? Бабушка. Забибикало? Почти. Чипанта не хватает. Ну, сука, блядь, ёбаный цейбо. Да ёлки-палки, столько выжидал того клоуна, а в итоге сдох об шарик, блядь. Я все равно этот мешок возьму. Ну, аккуратнее. Где чекпоинты, блядь? Я вон вижу один. Переживать начал, что их не будет. Да. Потихоньку становится сложнее. Потихоньку становится чекпоинтов меньше, бля, не сложнее. По сложности точно такое же, как было, просто, блядь. Чекпоинтов не стало, блядь. Сук! Сика. Сика, блядь. Ух. Ух! Денежка. Денежка. А, я так и знал, Гивен, что так тебе просто не взять. Взять ее надо. Блин, он нельзя аккуратненько сойти, он же бежит, как сука, сайгак, блядь. Иногда это не нужно. Нельзя просто взять и сойти. Обудай. Ладно, как-то. Блять, взрывы заебали. Что хоть сирена не орёт? Чё б сирену до кучи, я бы для охуел. Чтоб красным все мигало. И всё, чтоб красным все мигало, блять. Да, может вообще этот мешок тебе снизу надо делать... доставать? Не исключено. Тебе еще где-то 13 этажей. Это я понял. Не исключено. Ты мне скажи, сверху или снизу, не исключено. Да мне придется переходить на другой управление. Все, похуй, я... Я вообще не так хотел его взять, но я его взял. Ну, хотя проблема решена. Но проблемы нет. Проблемы. Я вот сейчас поиграл в эту игру уже чуть больше, чем в начале, она мне начинает нравиться.
То есть она мне сейчас больше нравится, чем нравилась вначале. Ух ты, блядь, как тебе деньги достать. Чеп. Спасибо, ваш кэп. Пожалуйста, ваш кэп. Ёб твою мать! Со своими тортами, блядь, могут угомониться. Ты бы лучше сохранился сначала. Нет, я понял. Там можно выжить. Лучше. Хорошо, что ты мне это сказал уже после того, как я понял. Чтоб я начал бы еще там исполнять. Пытаться. Не помню, может тут даже есть режим. Ну, начинается, блядь. Ну, выглядит, что можно пройти все с одной жизнью, не факт, что это... Бля, как тут там... Как там пройти-то? Вот да вижу я эту денежку. Там можно сразу бежать, мне кажется, там. Я знаю. Я хочу максимально запас времени себе обеспечить. Тут точно не померить. Хули не ясно. Сам будешь, блядь, проходить эту игру с одной жизни. И да. Где третий? Чё-то музон знакомый. Что такое, мне его догонять надо? Нет, тебе нужно его обогнать. Хули музон из щитамена играет. По приколу. И что, если я его не обгоню? Заново. Да ладно. Ты серьезно сейчас? Да. Пиздец. Ну, блядь, вот нахуй ты мне портишь настроение, а? Девять экранов вроде. Судя по бэшкам. Сука, он еще, блядь, в одних трусах. А Маргон какой-то. Блять, как он вот это делает? А я не могу. А ты по низу можешь пройти, нахера ты вверх лезешь? Мне кажется, он-то дурак будет дорогу лучше выбирать, чем я, да, чем я дебил. Мне не так уж сложно обогнать. Для тебя послушать, так, блядь, сука, и Kiwi Craze была легкой игрой. Поебальнику его надо, поебальнику. Да не могу я его пиздить, если б мог, это ж тебе, блядь, не BattleTot. Наааа, все сначала. Там надо разогнаться, инверция есть в этой игре. Чем быстрее ты размоешься, тем выше будешь лететь. Делай как ты в начале, сразу. Не по долгому пути, а как ты вот его вправо, влево, вправо. Верно объяснил? Да, я нихуя не понял. На первом экране сразу иди по короткому пути, а не по вот.
чем быстрее ты жмешь Б, когда поднимаешься, тем у тебя ускоряется подъем. Блядь, короткий путь не так посложнее сделать. Ну это первый экран, как ты говорил. Согласен. Ты можешь делать отрыв на первом же экране. Небольшой. Да я и так по сути не отстаю от него, блин, я погибаю, потому что тут говна много. Не знаю, может там где-то какая-то жопа впереди будет, но пока... Ну, а тут говна меньше, чем на предыдущих уровнях. Блять, так ты посмотри, сколько тут надо пройти за раз. Экранов. Просто экранов больше, но... Да, я тебе говорю, эта игра не стала сложнее, она точно такая же, как в начале практически. Ну как, понятно, что чуть сложнее, но в целом. В основном отличие в чекпоинтах. Блять, как это место пройти? Нихуя не понимаю. С левой стенки. Точнее, с правой стенки. В конце сбоку. Ну я понял, надо, блять, прочитать пиксель. Так, тут не то, что музон из Щитамена, но очень похож. Просто игра была с, на Action 52. Да, я знаю. Это она какая-то там более ебанутая была. Или это она же только допиленная до ума? Нет, не она. Мне кажется, что нет. Да нет, там какая-то хуйня была вообще. Он мой напарник или он мой противник, я не могу понять. Противник. Хули я с ним по рации разговариваю. Ты не по рации, ты когда разговаривал, он был почти всегда рядом с тобой. Или он канал перехватывал. То есть, ну, все-таки Гитлер мой враг. Женщина Гитлер мой враг. Бля, я не могу этого клоуна уже пройти, который рад. Так, начинается закон, блядь, Олана. Который, блядь... Хочешь? Который... Хочешь? И мой закон еще из детства, но просто он его сформулировал, блядь, публично. Я что? Сейчас какое шо скажу, что кинете дизмара немножко. Тут есть бесстыдин. Не, то последний экран. Пиздец, да. Там есть деньги. Блядь, я вижу, что там есть деньги. Да, блядь, мне кажется, ну деньги надо просто в падении успеть достать. В лучших традициях, блядь, надо сделать последний экран максимально ебанутым. А, типа, если бы он успел, он бы съебался. Угу. Ну, сука, и бошка взорвалась на подобие, как Бёрнинг команды. Всё.
нормально. Можешь посмотреть другой режим. Долго играл? 50 минут, наверное, или сколько. Вот. Не считай, вот. Даже... Это... Можешь хотя бы просто запустить, посмотреть режим стримерс. И типа батарейка есть в этой игре или что? Возможно. Там как что-то откроется, возможно, внизу. Сейчас. You are superb player. Money 16 из 16. Все собрал. Красавчик. Unlock Secret Право в Систар. Давай делаем вот на этом экране сейв. Чтоб я потом когда-то не забыл об этом. Право Систар. Супер Джо. 5 минут челлендж. Стример мод плеерс. Доктор Тари за инвертор. Хорошо, изи, блядь. Чё какой-то закрытый? Коллект 16 моно in story mode to reveal the shit. Право вот. Плюс старт вот на экране, видишь? На, так ещё есть и стримерс мод какой-то. И мастер игры. Это за другого персонажа, я ж говорю, играть. Стримерс мод. А мастер игры, не знаю. Мастер игры это вот этот, сука, блядь, фашист, грёбаный. Чем он отличается, может у него одна жизнь на всю игру. Быстрее бегает, блядь. Вроде не так сильно быстрее бегает. И ничем не отличается. Просто Just Follows, типа новый перс. Ну тут сюжет другой, ну не что-то штампорации другое пиздят. Нет, тут мало чем отличается, запускай за того. Стримерс мод. Блять, еще вообще какой-то лох левый, блядь. Захочешь, пройдешь, не захочешь, нет. Ну, сейчас посмотрим, если он не отличается ничем там особо, то не буду. Отличается. Если очень сильно. Если есть различия. Блять, пиздежи, ты не пропускай. Бля. ВВВ. Такой кривожопая. Еще более кривожопая ВВВ, чем само ВВВ. Ты сейф протыкал справа. Кого? Слева, в сейфе. Игноришь. Где тут сейф? Ну, слева, наверху, на экране. Я его не видел. Да ёбану. Мне не нравится за этот персонажа игра. Бля, и деньги тоже есть. Нахуй сюда возвращаться. Подъём. Какую-то кнопку атаки дали.
Вот она. Угу. Я понял теперь, почему он говорил, этот главный герой, Вени Види Вичи, когда, блин, забрал это Диди деньги. Потому что это говно оттуда, блин. Из ВВВ. Не, вроде как за этого полегче играть немного, по крайней мере, первый уровень был полегче за него. Как дальше, не знаю. Не будут вот эти разные... А, так уже уровень другой стал. Уже все, первый уровень был такой же. Я надеюсь, здесь будет гравитрон. Иначе, блядь... Иначе игру вообще сделали зря. А он тут будет, наверное. А, блядь. К физике привыкли. Ааа! Говорю, блядь. ВВВ кривые. Кривее самого ВВВ, блядь. Там тебе сардель? Это с ворогом. Ну нету с, блин, этим, с мясом. Я понял. То есть были. Ворог, с ворогом не серьезно. Там блин есть, если захочешь. С вареньем, блин, не мужики есть. Хорошо. Ой, я же внезапно. Надо за того тоже поиграть, потому что у него тоже отличается. Ну, там, первый уровень одинаковый у всех, а вот дальше. Какие же экраны в игре просто нравятся? Ну, это хуйня добавилась, шары добавили. Бля. Чуть-чуть поменялся левел лейаут. Угу. Гравитрон. Это типа. Они гравитрон. Говно! Говно! I want to break free. Представляю смерть, если бы вот это... Батут работал на смерти, если я бы колбасило. Умер, тебя колбасит. Пока на ровную землю не упадешь. Ну, так все, тогда и тогда это был бы сразу ресет. Если ты умер.
не, ну, если держишь вперед и умер, ладно еще, тогда выкинет рано или поздно, если стоя на месте, тогда... В этом уровне денег вроде не было, блядь. Да деньги тебе уже не надо собирать, это чисто чтоб открыть. Не, вот там именно в стори моде надо было собрать 16 денег, а здесь они нахера. Что было чем заняться? Опа! Ничего интересного, к сожалению. А, там сейва нет. Я думаю, чё-то отличается. Сейва нет. Не спешить. Не спешить. Да... Когда я говорил не спешить, я имел в виду именно не делать именно вот этого. Посмотри, сколько там клоунов, блядь. Клоунская многоножка. Не говори, блядь. Мне скорее повезло, чем я рассчитал. Мастер проникновения в щель, в щелочку. Да. Черный властелин, блядь. Так сделано, чтобы я обратно не мог уже подняться. В конце троллила. Да я вот, да. Мне там все равно надо как-то это. Там же денежка, скорее всего, есть. Что, нету денег, блядь? Нету, блядь. Нету, блядь. Странно. Ну ладно, нет так нет. Баба с воду. Как последний режим назывался? Мастер У этот, блядь. Да, только на ютубе что-то вообще ничего не находится на мастер Ван. Просто прохождение. За того чувака, за вот этого. Ну не за того. Yeah.
Ну, значит, я буду тем, кто пройдет и закроет. Блять! Я ж еще тут не пытался говно все собирать. Искать. Нужно собирать, искать для начала. Почему бы и нет? Ну, ты же, ну, уже... Ну, пятиминутный режим я точно не потяну. Это последняя гонка или что-то, типа того, не всю игру за 5 минут, а... То ли последний вот это, как ты заходишь сюда, то ли побег. Я не помню, где-то. Вся игра спидранится далеко не за 5 минут. А, ну то есть его реально пройти, да, за 5 минут? Ну, обычный человек может пройти, да? Я не знаю. Ну, саму игру за 5 минут пройти невозможно. Режим, думаю, насчет обычных людей не знаю, но... Не, ну понятно. Я имею в виду, насколько притыково все. Хрен его знает, сейчас посмотрю. Ну, а как он называется? Спидран или что? Не знаю. Не запомнил. Все проходит. Напоролся. Перп. Это усложненная последняя гонка. С сейвами. С сейвами, да? Экранов. Да, на каждом экране. На всю гонку тебе дается... 5 минут. Ну там не гонка, там просто пройти ту фигню. Ну как выглядит, очень трудно. Достаточно. Я не все смотрел, я тебя пока смотрю. То посмотреть успею. Ты, блядь, какой пиксель. Да пиздец, ты видишь, какой пиксель, блин. Падла. Может, я что-то не замечаю? Как-то для чересчур трудно. Расскажу тебе. Все, прошел. По обычному? Да. Просто дай. Pixel perfect. Да. Thank you.
блядь. Финальная гонка за этого чувака вообще, блядь. Смех. Ну это уже не гонка. Ну как ВВВ все закончилось, выкинуло, блядь, открытый космос, нахуй. Эврика. Заебись. Бактерия из его остатков создала жизнь, блядь. Пиздец. Сам мозг, блядь. Пиздец, блядь. Вообще игра была на флеше, вот это вот, до этого. Денег 15 из 15. Тут ничего не пишет, да никакие награды не дало. Давай еще тут, блядь, мастер ху, блядь, посмотрим. Не, лучше сначала вот это, Супер Джо. Так, тут, наверное, кратким путем невозможно. Лучше сначала Супер Джо, блядь. Ты уверен, что лучше сначала Супер Джо? Ну, если 5 лучший результат, то, думаю, не обязательно тебе именно за 5 минут, но тут всего 9 экранов. Ну, ладно. Написано там for advanced players only. Ой, что я исполнил? Это, блядь, и синие шары. Ты что, у нас advanced player? Я? Нет, я... Ну, ботень, блядь. О, сука, клоун на реактивном ранце, блядь. А, сука. Не знаю, может там в конце еще что-то будет. Тут бы не работает на этих кольцах. Блять, ну тут клоун еще там и так, да не сахар. Я вот этого места боялся, думаю, как уже это усложнили. Б1. Ну ты ж мне сказал, тут всего 9 экранов. Наебал, блядь. Я имею в виду, что у тебя 9 экранов, а то дальше будет еще. Только 3-4. Потом будет, блядь. А потом что будет? Конец. Режима. Блядь, ну вот это, сука, перепрыжки, блин. Там такое место убогое, блядь, еще раз оно. Тут еще ебануть. Вот как его пройти, а? Там опять, блин, ну такой уже пиксель надо выкупить. Что-то черт стреляет. Я не знаю, как этот экран пройти, блядь. Кажется, я его хуй пройду, блядь. Пиздец, просто пиздец. Какой тут трэш. Ускоряться надо очень быстро по стенке, чтобы перепрыгнуть.
еще тебе, блядь. Я, блядь, даже не в этой перепрыжке. Это можно исполнить, блядь, сразу, блядь, сотого. Как я мог лохануться? Да блин, вот это вообще непонятно. Пиздец. Да что это такое? Ну я ж, блядь, зацепился. Ёб твою мать, я так и знал. Какое тут горе, блядь. Тайм-ап, нахуй. Давай, дезмораль, нахуй, дальше. Там два плюс-минус с легких экрана дальше. Как два? Ты же мне сказал, блядь, там всего три экрана. Я, блядь, прошел три как раз там, блядь. Наебал, блядь. Думал, сейчас скажет, дезморалить опять буду, блядь. Последний экран. Нет, он говорит... вот этих вот клоунов, один там коридор высокий и все. Коридор и выход. В коридоре там ничего нет, там клоуны стреляют, мне легко заявить и выход. Вот все он знает, легко заявить или нелегко, блядь. Сука, блядь. Выглядеть несложно. Те два экрана. Почему я здесь не могу допрыгнуть? Что за хуйня? Вот у нас Адван, ёб. Адван, блядь. И я. Геймер, блядь. От бога. Говно ебаное, сука! Не все, что на свободе играть. Бля, вообще-то хотел посмотреть, ты как ты крутнешь рулетку, а ты взял, бля, и, блядь, что-то там... И крутнул. Что-то там, блядь... Для вида поиграл чуть-чуть, потом там ногой, блядь, шнурок дернул, типа, блядь, у меня с интернетом лажа, блядь, чувак, не могу, блядь, выручай. И, блядь, сел Титан опять, блядь, сука, дрочить. Ну сука! Ну вот это, блядь, бред. А турбо на тех прыжках не работает. Да не работает вообще нихуя турбо, надо его настраивать скорость. Оно у меня, видно, слишком быстро стоит, оно вообще. Он даже не выстреливает. Бля, вот этот экран вообще самый адовый, наверное, пока я всех шубле. С клоуном я еще не разобрался там. Вот. Этот вообще пиздецовый экран.
И этот, если честно, тоже, блядь. Вот этот пидор, который там летает посередине, он меня просто уничтожает. Блядь, как ты его проходить? Блядь, по потолку ж мог цепляться, ёбаный дебил, блядь. Вот и даун, блядь. Пиздец. По-другому я себя называть не могу. Ребенок даун, блядь. Дважды, блядь. Дважды заслуженный ребенок даун Украины, блядь. Блять, у чекпоинта нет на этих клоунах сраных. Бля, ну пиздец, ну сука. Вот что тут, ну, блять. Блядь, не залезал. Давай, блядь. Все время всрём на этом экране, блядь, который я сэкономил. I am superb. Слава богу. Ну все, один режим остался. Даже титров не было. Котором что написал? Ты? Ай. Ой, что мне осталось? Мастер игры? А, еще тайм-атак. Да всю игру есть еще. Оттачить. Я не буду. Я тайм-атачить не буду. Ты знаешь, я спидранец терпеть не буду. Hello, man. Nothing new, playing some shit time to time. Может, это уже режим не будет отличаться от оригин от первого. Все равно пройдешь. Да. Потренируемся. Она же не такая длинная эта игра. Ну, у этого концовка по-любому другая, как минимум. Ну и... Блин, вот смысл есть вот это вниз сюда слезать? Я вообще не понимаю, для чего мы сделали. Просто вниз типа... это чтоб, когда вниз упадешь, наоборот, наверх подняться. Или куда там еще вниз? Я на Twitch смотрю. Да вот после этих денег, которые берут. А, нету. Так, на этом разве... такая. Ну и ладно. Новый подписчик на Гудвейме. Спасибо. Streamers. This game called Streamers. And... Yeah. This game look like... Стримерс. Сам сорт. Бионик команда. Клон. Без новой платформы. У
По-моему, вот этого шарика не было, не? Не было. Что? Который меня раздражает здесь. Или был? Был. Да? Хули он меня сейчас так выморозил. Ты его в тот раз очень покалечно прошел. Да. Можешь просто за платформу похопаться. Вот так, как ты сейчас. Что здесь от Мегамена-то? Тут все от Бионик команды больше. Вот эти компы, комнаты с компами. I think похожи. It's not look like Mega Man. It's not even attack button in this game. Снова playing like Mega Man. Даже диалоги те же самые. Да нифига, какие те же самые. Даже клоуны говорили, типа, нам мастер Игрик этот сказал, типа, не атаковать всех, кто попадется на пути. Он говорит, блядь, так я же не имел в виду себя. А вот этого вы не говорили. Где же те же самые диалоги? Это единственный диалог, который я прочитал, и он точно уже не такой самый. И с этим он говорил, с доктором тоже что-то другое. Да блин, вот этот конченый экран. Немножко. Да ёлы-палы, блин. Хули так криво? Или тут так криво, ведь геймплей. Да. Руку дали, значит, не косарь, блин. Значит, ровный платформинг надо было дать. Ёлы-палы, как сложно за тот корч зацепиться за углом. А зачем ты вперед, назад прыгаешь? Зачем? Все время просто возле ступеньки прыгаешь и вперед. Все время. Да я убьюсь об этот, шарик. Не убьешься, не убьешься. Прыгаешь и да. На каждую ступеньку. Первая, вторая, четвертая, шестая. Вот я вот. Да. Да, блин. Что мне в этой игре понравилось, то что она быстрая такая. Только эти не скипающиеся диалоги, конечно, очень сильно вымораживают. Тайм атак их нету, мне так кажется. Они так сбивают с ритма. Казалось бы, вроде ничего такого, но, блин, они раздражают. Мне кажется, в тайм-атаках вырубили. 10 минут я не украл. Пока. Там 10 минут надо? Да. Серьезно. Не, может там тоже не всю игру, я не знаю. Не знаю, тоже. А сколько спидран играть? Спидран? Они просто 3.58. Но это скорее всего 4.43. Может это и все игры спидран. Проверю. Все. Вот видишь. Сильное заявление. Спидранить ты, конечно, не будешь.
Я за это не доплачиваю. Да донать мне на пиво, я подумал. Играть ли мне в Чипидейл? Ну, ты уже намного быстрее проходишь. А тут мешков не было. На, я... Ой, что-то я тут не так делаю, да? Доктор, походу, уже улетел. Возможно. Правда, не знаю, как вот эту денежку без смерти получить. Вот он говорит, пожалуйста, перестаньте меня атаковать. Они говорят, приказ есть приказ. Какую эту денежку? Наверху, которая самая, где два кирпичика разрушаемые. Да. Не знаю, можно ли их получить, не умирая. Может и можно. Блин, вот это сложная день. Да ёлы-палы. Бля, я сейчас буду об стену тормозить, я ебал. Падение такое какое-то чересчур шустрое. Сам говорил, мешок с говном. Что? Сам говорил, мешок с говном. Да. Ммм, есть такое. Сука. Что, сегодня нечего делать? Почитал базу данных из Мегамена. Про Эрмена понравилось описание. Вы все равно не сможете избегать урона, так что, типа, блядь, старайтесь просто его атаковать больше, чем он вас. Заебись. Спасибо, блядь, за дизмораль. Эй, ёлы-палы, куда спешил? Непонятно. Сейчас получится, если я этим еще все деньги соберу, я прошел 4 режима на 100%. Ну, в супер моде нет денег вроде. Ну, значит хорошо. Три режима на 100 и 4 просто прошел. Останется только изи, ну изи я не буду играть. Может просто показать, чем отличается. Ну а потом останется только тайм-атак. Потом только останется тайм-атак, да. Сука! Как раз натренируюсь настолько, чтобы пройти тайм-атак.
Блять, Тарзан какой-то, сука. Человек-паук. Тук-тук-тук. Я человек-паук. Сука. Ёбаный рот. Сука. Сейчас этот... О-о-о, я клоуна убил, ты понял, блядь? Зачем мне дайте мне? Не появляется, блядь. Сейчас этот видос вспоминает, чувак. Ёбаный рот. И каждый режим за другого персонажа. Может, ты выйди другой? А я хотел с Изи начинать, это ты сказал. Нихуя игра истории, блядь. Хотя кого я на... Хотя кого я наёбываю, блядь? Какой Изи, блядь? И сейчас не особо Изи режим. Одним режимом ограничиться. Не, ну вот это... Я не думал, что одним режимом игра не ограничится. Я просто думал, ты одним режимом ограничишься, пройдёшь и скажешь, не понимаю, ничего. Блять, хули он голый бегает? Он эксцентричный злодей. Теперь я его должен обогнать, да? Может, этот быстрее будет. Бля, как много тут читанин. Этот экран ублюдочный, блин, ну вообще вот этот поконченный момент этим шариком, хоть он и не выглядит таким. Бля, ну ладно, ну там еще одно. Может, там просто можно сойти. Не выглядит оно. Можно. Но мы же не ищем легких путей. Я нашел баг. Это мертвая точка, блин. Блядь, ты знал же, что огонь, куда спешил? Вот, сука, дятел, блин, Вуди, блин.
сука. Мертвых точек мне тут не хватало. Как я тут залезал? Да ёлы-палы. Ёлы палы. У меня там стрим не упал, это такая тишина, блин. Нет. Что? Я смотрю внимательно, все нормально. Понимаю. Шо, гонка? Чувствую давление в голове, блядь. Да, это какой-то пошустрее будет. Бля. Какой конченый последний экран. Я вообще так не тупил, он меня, сука, нагнал. Или тут кетчап имеется какой-то. Исключено. И он ведет себя так же. Тормозит перед этими всякими. Да я вижу. Вниз. Бля. Какая разница, ты все равно его обгонишь. Ты не напрягайся. Даже сидит и затупишь. Вот.
Все равно сдох, да. Ну тут типа и есть намек. Вот это я как бы играю за Супер Джо, который есть бионик команды, который мой типа напарник, которого схватили. И вот он говорит, типа вот этот Former Streamers Alliance, там как раз FSA. Там как раз контора была, вот это FSA, ну типа, ну там как-то по-другому, типа какой-то защиты там земли от всяких Гитлеров. Сам факт. Кавана танк. О, блин. Залбусь я потом этот видос. Ссылка. Как уже чувак. Так. Шон. Забьешь еще изи. Я и тайм-атак добью. И изи, блядь. Все шесть пройду режима. Зацепило. Тайм-атак 10 минут. Да. Смотри. Что тут на изи, блядь? Шаров не будет, что ли? Нет. Не знаю, ну не думаю, что это займет у тебя много времени. Уже не интересно. Не интересно, тот самый герой, блядь. Фасфорвардишь, диалоги. Да заебало уже, блядь, одно и то же. А так будет сложновато сейчас пройти. Десять минут это слишком мало, да? Ну ты прошел предыдущий за 19. Так я деньги собирал. Видишь, как, насколько меньше шаров всяких. Ну, вполне себе может быть, что за изи дадут какую-то хуёвую концовку. Конечно, что изи, то изи, блин. Но, с другой стороны, я люблю такие изи моды, которые не отличаются, только гребаный, блин, урон по тебе. Вот тебя враги теперь будут убивать для одного выстрела и не промахиваться. Ой, заебись, блядь, хардмод. Я такое не понимаю. А вот когда меняется какой-то дизайн, это интересно. Ты так не считаешь? Это вполне себе, как, допустим, хардмод в... Сам знаешь, какой игре. Мулане, блин? Не. Metal Storm. Да. Там, конечно, с тем хардмодом есть косяки, блин. Но в целом, да. Ну, кстати, Bionic Commander Rearmed, там тоже хард там... Хард отличается от изи очень сильно. Не только, блядь, жизнями там ограниченными и всякими. Много чем отличает. Урон тоже больше, но...
враги реально становятся умнее. Ну так иначе меняется. Это чуть ли не другая игра. Можно. Я так и думал, что можно достать этот, блядь, этот мешок без смертей. Не хватает в этой игре режима. Да, блядь. Йола. Да, да. Посоветую еще, блядь. Добавят. Блядь. Блядь, некоторых разрабов ума хватает. Блядь. Или просто ограничить количество жизней. А что я сделал? Умер. Нет, понятно. Блять. Клон зареспаунился. Сука. Мне нос заложило. Поэтому я начинаю тупить. Это место хуй отличается. Такое же. Ебаный. Да е! Ты играешь сколько? 2 часа где-то? Почти 2 часа. 1:50. А чё? Да вот из-за этого может. Никим не челюсь. Ну бля. Тебя не должно в принципе. Чем дальше, ну, то есть, тут изи, по-моему, только, блядь, повлиял на какие-то первые уровни больше. И вот дальше уже мало чем отличается. Так, порог хождения снизу. Вот чем отличается? Да ничем, блядь. Там не хватает, там справа нету 2 шаров. Слева, да. Точнее. Там 2 шара было слева. Может. Все равно отличий гораздо меньше. Ну так, чем дальше, тем сложнее. Ее. 2 сейва на экране. Не говори, бля. А вот то первое не было, кстати. Когда я за того играл в Гитлера. Да блин, он, сука, какой адовый этот. Сука. Ты видишь, блядь? Не дается, падла. Отсюда его нельзя достать. Лучше так я бы его и достал. Главное сейчас отвыкнуть, блядь, не собирать это все говно. Не знаю, я уже, честно говоря, отличий не наблюдаю. Ты там что-то заметил, какие-то шары, я не вижу. Вот здесь нет. На этом экране пока не. Нет.
говно, что играя за глав... ну, играя за Гитлера, блядь, ты все равно умираешь. Могли бы какой-то бэдэндинг сделать, кто захватил мир, блядь. Охуя. У этого такого глюка нет, блядь. У этого Гитлера, блядь, какое-то богованное место, блядь. Ой! Еврейская душа. В смысле? Там про мешочки с деньгами. Да. Чтоб все на соточку было. Давай спидран на соточку. Нет. Это уже чересчур. Никакого криворукого рукожоп. Вот тут одного клоуна не хватает. Это я вижу разницу. Там внизу не было блоков перед тем. Те блоки, тех блоков не было, когда я играл на нормале. Это они только у Гитлера были, блядь. На нормале они тоже были. Да. Не помню. Андрейко еврейко, блядь. Тут есть место, чтобы встать. Которого не было. Надеюсь, в том месте ёбнутом не будет шара, блядь. Блядь, да шо ж ты будешь делать? Да, блядь, тут нету этого шара, блядь. Это же вообще халява. Как вообще вот эта такая же самая башка прошла цензуру, блин, Nintendo, Bionic Command? Я уже титры задолбался как они, смотреть. Как они там голову мину поставили? Как они это сделали? Не знаю, ну для них команда-то там... Не помню, как там. Там в кабину просто типа. Кабина этого взорвалась, блядь. Самолет, а потом бошку разорвало. А, там да, там с базуки в эту, в кабину стреляют. Сколько времени? 11 минут, блядь, с мешками, но это изи. Ну шо, все равно один режим остался, будем дрочить. Выбора нет. Прощай, хорошая оценка. Наверное. Поэтому я говорю, не уверен, не пили, блядь. Спидранят же.
Блять. Режим спидранеров для спидранеров. Гая про. Гая проходит, и что, блядь? Да, блядь, не аргумент. Не, запили режим для спидранеров. Почему бы и нет? Вот теперь все обязаны в него играть. Ну, блядь. Такие люди, как я, блядь, им приходится играть. Они не спидранеры, бля, ни в каком месте. Мне кажется, ты из-за того, что будешь спешить, будешь больше ты. Особенно, когда это будет дальше. Ну а что мне сделать? Не на... Блядь, не надо спешить. Ох, ебать, куда откинуло. Поиграем еще часик, посмотрим, что уже будет. Ёбаный Xbox-овский геймпад, блядь, будем проклят, блядь. Ну, блядь. За это время что-то пройти с рулетки. Так, свободен. Я твой реквест прошел. Прохожу, между прочим, еще. Да ёк! Короче, надо, наверное, не рестартить, а играть дальше. Пока за графчиком схожу. Вернулась ещё. Что я сделал? Да, пошел. Просто что диалога нет. Вот, перепугался, блядь. А ёлы-палы, там же стена, блин. Что я гоню? Там же за стену можно не спиться. Ещё, блин, режим табака, блин. Угу.
Бля, 10 минут маловато, кстати. Не засейвился, вот дебил. Сколько времени потерял. Ай-яй-яй, стал же даже. Та ёлы пал. Как здесь, блин, падает у нас. Сама игра не сложная, но есть такие экраны, где можно, блин, просидеть вечность. Так только я мог помереть, блин. Эти два шара еще тоже могут выдохнуть. А что такое? Ай-яй-яй, потерялся, блин. Первый раз было гораздо лучший вариант. Да, тут скрытые, блядь. Пиздец, скрытые.
Ну здесь умереть. Все от этого места зависит. Yeah! Все, все режимы пройдены, 100%. Все, можно подвязывать на сегодня. Нормально. Вы посмотрели? Успел? Конечно. Ништяк. А за сколько успел? За 9. Ну, найс. 9.04. Все, прошу. Я вот рано переключился на это. На что? Ну вот, статистика спидрана стоит. Да я умер! Там такие тупые смерти были. Ну ладно, не смотри. Все на сегодня. Всем пока.